Что такое Pelican Taxi? Это специально разработанное приложение для устройств, которые работают как на iOS, так и на Android. Это современные планшеты и смартфоны. И поэтому мы вам предлагаем скачать и установить данное приложение. И, конечно же, познакомиться с ним поближе. Приложение создано, чтобы облегчить как водителям нахождение клиентов, так и пассажирам найти себе авто за кратчайшее время. Как это работает? Для начала проходите регистрацию. Один раз, всего лишь один, а не при каждом входе в приложение. Затем, неважно то местоположение, где вы, дома, в гостях, на работе или просто на любом пересечении улиц, вы заходите в приложение и просто указываете ваше местонахождение и куда хотите отправиться. Система сама находит водителей в радиусе 3 километров от вас, а потом отправляет ваш заказ к таксистам с хорошей оценкой. Алло? Алло, добрый день, Pelican Taxi. Я принял ваш заказ, скоро буду. Ожидайте 2 минуты где-то, да, подъеду сейчас. Все, спасибо большое, жду. Да, жду. Да, вы не ослышались, в системе предусмотрено и такое. Существует по баллам отбор водителей, и вы сможете с уверенностью знать о том, что тот водитель, кто направляется к вам, обладает высоким показателем в данной сфере. Добрый день. А, проспект Мира Ахунбаева, пожалуйста. Все, пожалуйста, пристегните. Система сама с каждым разом улучшает качество и скорость обслуживания. Кстати, есть ряд немаловажных преимуществ, которыми обладает служба Pelican Taxi. Вот представьте себе такую ситуацию. Вы находитесь в малонаселенном пункте, за городом, где не распространяются услуги привычных вам служб такси. Вы находите в приложении, указываете, где вы находитесь, и процентная ставка того, что вам ответят, очень велика, так как данное приложение устанавливают себе многие не просто водители служб такси, а обыкновенные рядовые опытные водители. К ним поступает запрос, и вам обязательно придет ответ. И еще, ведь делая запрос, вам могут ответить не просто машины такси, а находящиеся рядом эвакуаторы, микроавтобусы и многие другие, так как в системе предусмотрено разделение по виду машин. Куда тебе, парень? На Брайтон Бич. А сколько будет стоить? 45. 45 чего? Доллар. А дешевле нельзя? Ну и, конечно же, любимая часть как того, кто везет, так и того, кого везут. Это то, что можно торговаться. А значит, общий язык всегда найдут и водитель, и пассажир друг с другом. Ой, я думал, вы по-русски не понимаете. Думал. Думать меньше надо, соображать больше. Да здравствует прогресс. Pelican Taxi не стоит на месте, а качественно, в прямом смысле этого слова, облегчает вам жизнь.